Всем привет, чуваки. Сегодня я открою кейс на Standoff Hub. Я не знаю, какое это качество будет. Вот, каждые 24 часа нужно сюда заходить и забрать кейс. А, это скин за лайк. Вот это оно. Можно открыть. Откроем. Как всегда, всякое. Продаю. Вот такой вот сайт. Можете вступать. За эти, кстати, проданные скины можно... открывать новые кейсы и получать новые скины. Потом продавать те скины и получать еще более крутые скины. Какой балдеж! Вот за 29 рублей можно открыть Дед Мороз, фарм, вот здесь куча есть, короче. У меня 7 рублей, ну, ничего не выйдет. Ну ладно, вы поняли, короче, я для вас кейс открыл, выпала какая-то не очень хорошая штука. Ну ладно, всем пока.